Здравствуйте, меня зовут Татьяна Макарова. У меня есть приусадебный участок, и я очень люблю заниматься огородом, садом, цветами. Сегодня покажу, как я готовлю плодовые деревья к зиме. Осенью, пока участок не покрылся снегом, нужно подготовить сад к зиме. Обязательно снимите оставшиеся плоды. С помощью грабель соберите листья. Удалите старую отмерзшую кору, мох и лишайники. Под ними любят зимовать личинки вредителей. Обработка мочевиной помогает уничтожить вредителей, зимующих в верхнем слое почвы и на ветках деревьев. До наступления морозов в сухую погоду проведите обрезку плодовых деревьев. С помощью острого секатора и садовой пилы полностью удалите сухие, поврежденные, больные и растущие внутрь кроны ветки. Через несколько часов замажьте их садовым варом. Осенью плодовые деревья нуждаются в минеральных удобрениях, за исключением азота. Он активизирует нежелательные процессы роста. В приствольный круг каждого дерева внесите фосфорно-калийные удобрения. Важно, чтобы плодовые деревья ушли на зимовку не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, хорошо полейте почву в приствольных кругах. После полива замульчируйте приствольные круги листвой. Это поможет сохранить влагу в грунте.